Со всех уголков страны маленькие пациенты с заболеваниями бронхолегочной и костно-мышечной системы приезжают оздоровиться и подлечиться. Федеральный детский санаторий «Бемлюк» открылся более 100 лет назад. Песок, который окружает детский санаторий, обладает уникальными целительными свойствами. И это один из ведущих факторов климатотерапии. То есть дети, которые к нам приезжают из разных регионов страны, они именно используют этот лечебный фактор. Море, солнце, песок, то есть все, что мы можем дать нашим деткам, является условием залога здоровья. Помимо климатических лечебных факторов, ребят ждет множество сюрпризов. Насыщенные илисто-сульфидные грязи применяются для аппликации, а в сочетании с электроимпульсом – непревзойденный способ лечения астмы и бронхитов – гальванотерапия. В кабинете с загадочным названием «Горный воздух» ребятам через специальные аппараты подается воздух с низким содержанием кислорода, подобно тому, который на горных вершинах. Это заставляет организм работать интенсивнее, в том числе дыхательную систему. Ароматерапия – лучшая релаксация. Тут мне очень нравится, так как свет выключен, и только вот эти лампочки, которые светятся и напоминают какие-то большие кристаллы. Вот, и музыка играет красивая, хочется мечтать. Мне вот стало лучше, например, до приезда я была немножко какая-то скованная, уставшая от школьной жизни, а вот сейчас я чувствую себя отдохнувшей. Всевозможные виды ингаляции и физиотерапии, например, лечение электромагнитным полем с помощью аппарата Полимак-01, вибромассаж отдельных участков тела. В санатории оборудована настоящая пещера, иначе голокамера, где создан микроклимат солевых пещер. Хорошее настроение – залог здоровья. Врачи санатория знают, как лечить даже настроение. В кабинете музыка хроматерапии – это лечение цветом и звуком. Расслабляющие звуки природы и радуга. В начале лечения каждый ребенок выбирает цвет, который ему нравится. Обычно это темные оттенки. В конце лечения выбор детей падает на более яркие солнечные цвета. И, конечно, движение. Преподаватель лечебной физкультуры Валентин Шурин зарядку делает в течение всей своей жизни. Ему уже 80. Стимулирует ребят своим примером. 51 год трудового стажа в качестве преподавателя физкультуры. И еще 21 год занимается с ребятами здесь, в санатории, по одобренной авторской методике. Ребята с удовольствием приходят, занимаются. И, как полагается, по 10 занятий каждую смену ребенок должен отработать. Я стараюсь им эти упражнения, чтобы они запоминали, какое упражнение идет за каким упражнением, чтобы дома они то же самое делали 3-4 раза в неделю. Потом советую хотя бы, чтобы один раз в неделю мама с папой сделали возможность позаниматься в бассейне. После процедур ребят ждет пляж, псамотерапия или зарывание в теплый песок. Кто не делал этого в детстве? Проводится под непрерывным наблюдением медицинского работника. Песок теплый, хорошо. Пляж санатория «Бемлюк» чистый, оборудован пунктом наблюдения, медпунктом. Непрерывно дежурят два спасателя. Один на лодке курсирует вдоль периметра акватории, другой постоянно на берегу, вдоль линии моря. Морская вода сама по себе обладает уникальными лечебными свойствами. В воде с ребятами занимается инструктор ЛФК. Купание детей должно быть организованным. Чтобы не простудить ребят, чтобы они искупались, там несколько заходов, лучше понемножку, чем много, и один заход там. Поэтому я строю детей по 5 групп, по 5 отрядов, по полотряда. И они где-то вот в это время, в такую хорошую погоду, где 24 вода, 26-28 уже градусов воздуха, они по 10-15 минут купаются в каждом заходе. Ежегодно сотни тысяч детей приезжают в Анапу отдохнуть и оздоровиться. Их отдых и лечение организованы на высшем уровне. И уезжают они отсюда со слезами на глазах. Дружба, зародившаяся в Анапе, соединяет детвору на долгие годы. У Анапы есть все для этого.